Мы будем пить Арунодайакхи. Ваши бактерии. Бактерии наши бактерии. Chahe chachir ro Preme dala dala sonaranga Charanino purabhache Mukunda Madhava Yadhava Hari Bolena Bola Re Vandana Pari Mukunda Michinidava Se Chelare Rati Diva Sharira Sahaje Emana Dulabha Manava Deho Payaki Koro Bhavana Keho Ebe nabajile yashoda suta charane pori belaje Odi tatapana hoile asta Dina jela pale hai bebi asta Odi
Oh,
Ом намо Бхагавате Васудевая. 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 Ом намо Narayanam Namaskritya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jaya Mudiraya Tato Jaya Mudiraya Настапраешу вабадрешу Настапраешу вабадрешу Нитьям Бхагавата Севая Нитьям Бхагавата Севая Бхагавати Утама Шлоке Бхагавати Утама Шлоке Бхактир Бхагавати Найштаки Бхактир Бхагавати Найштаки. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 15, text number 43. Читаем Шримад Бхагаватам, глава 15, пись 1, глава 15, текст 43. Чиравасса, Чиравасса, Нирахаро, Нирахаро, Бадаван, Бадаван, Муктамурта. Ча Муктамурача Дашаян Дашаян Атмана Атмана Рупам Рупам Джадонмата Джадонмата Пишачават Пишачават Анавек Анавек Самаро Анавек Шамано Нирагад, Нирагад, Ашринван, Ашринван, Бадиро, Бадиро, Ята, Ята, Чираваса Нирахаро, Чираваса Нирахаро, Бадаван Муктамурдаджа, Бадаван Муктамурдаджа, Дашаян Атмананно Атмано Рупам, Дашаян Атмано Рупам, Джаданмата Пишачават, Джаданмата Пишачават, Анавекшамано Нирагат, Анавекшамано Нирагат, Ашра Ашринван Бадиро Ята, Ашринван Бадиро Ята, Чираваса Нирахаро, Чираваса Нирахаро, Бадаван Муктамуртаджа, Бадаван Муктамуртаджа, Дашаян Атмано Рупам, Дашаян Атмано Рупам, Джаданмата Пишачават, Джаданмата Пишачават, Анавекшамано Нирагат, Анавекшамано Нирагат, Ашринван Бадиро Ята, Ашриман Бадиро Ята. Алишчен. Чираваса Нирахаро, Чираваса Нирахаро, Бадаван Муктамурдхаджа, Бадаван Муктамурдхаджа, Дашаян Атмано Рупам, Дашаян Атмано Рупам, Джаданмата Пишачават, Джаданмата Пишачават, Анавекшамано Нирагат, Анавекшамано Нирагат,
Ашвин ван бадхиро ятха. Ашвин ван бадхиро ятха. Чираваса нирахаро. Чираваса нирахаро. Бадхаван мукта мурдхаджа. Бадхаван мукта мурдхаджа. Даршаян атмано рупам. Даршаян атмано рупам. Джадан матта пишачават. Джадан матта пишачават. Анавикшамано нирагат. Анавикшамано нирагат. Ашринван бадхиро ятха. Ашринван бадхиро ятха. Чираваса нирахаро. Чираваса нирахаро. Бадхаван мукта мурдхаджа. Бадхаван мукта мурдхаджа. Даршаян атмано рупам. Даршаян атмано рупам. Джадан матта пишачават. Джадан матта пишачават. Анавикшамано нирагат. Анавикшамано нирагат. Ашринван бадхиро ятха. Ашринван бадхиро ятха. Мэрджис. Чираваса нирахаро. Чираваса нирахаро. Бадхаван мукта мурдхаджа. Бадхаван мукта мурдхаджа. Даршаян атмано рупам. Даршаян атмано рупам. Джадан матта пишачават. Джадан матта пишачават. Анавикшамано нирагат. Анавикшамано нирагат. Ашриван бадхиро ятха. Ашриван бадхиро ятха. Чираваса нирахаро. Чираваса нирахаро. Бадхаван мукта мурдхаджа. Бадхаван мукта мурдхаджа. Даршаян атмано рупам. Даршаян атмано рупам. Джадан матта пишачават. Джадан матта пишачават. Анавикшамано нирагат. Анавикшамано нирагат. Ашринван бадхиро ятха. Ашринван бадхиро ятха. Чираваса. Чираваса. Облачившись в рваную одежду. Облачившись в рваную одежду. Нирахараха. Нирахараха. Отказавшись от твердой пищи. Отказавшись от твердой пищи. Бадхавак. Бадхаван. Прекратив разговоры. Прекратив разговоры. Мукта мурдхаджа. Мукта мурдхаджа. Распустив волосы. Распустив волосы. Даршаян. Даршаян. Проявил. Проявил. Атмана. Атмана. Себя. Себя. Рупа. Рупа. Черты тела. Черты тела. Джада. Джада. Заторможенный. Заторможенный. Унмата. Унмата. Безумный. Безумный. Пишачават. Пишачават. Подобно дикарю. Анавикшамана. Анавикшамана. Не дожидаясь. Не дожидаясь. Нирагат. Нирагат. Утвердился. Утвердился. Ашринван. Ашринван. Не слушая. Не слушая. Бадхирах. Бадхирах. Подобно глухому. Подобно глухому. Ятха. Ятха. Как будто. Как будто. После этого Махараджа Юдхиштхира облачился в рваные одежды, отказался от твердой пищи, добровольно стал немым и распустил волосы. Все это сделало его похожим на безумца или бродягу без определенного занятия. Он перестал зависеть от своих братьев и, подобно глухому, ничего не слышал. Shall I read the paper? Yeah. Mm-hmm. Комментарий. Освободившись таким образом от внешней деятельности, он порвал все связи с царской жизнью и семейным престижем. Он фактически уподобился заторможенному безумному бродяге и перестал разговаривать о материальных делах. Он не зависел от своих братьев, которые раньше помогали ему.
Эта стадия полной независимости по-другому называется очищенной стадией бесстрашия. Конец комментария. Хари Кришна. Омма гьяна тимарандасья гьянанджана шалакрия чакшур милитам яна тасмай шри гураве намаха Шри Чайтанья Манавиштам Стапитам Йена Бутале Своям Рупа Кадамахьям Дадаси Свападантикам Вандехам Шри Гуру Шри Ютапада Камалам Шри Гурум Вайшнаванща Шри Рупам Саграджатам Сагана Рагунатам Витам Самсачипам Садвайтам Савадхутам Варишана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Рада Кришна Падам Сахана Малитам Шри Вишакам Витам Кришна Каруна Синдру Дина Бандру Джагатпаде Гопеша Гопика Канта Рада Канта Намосуте Тапта Канчана Гауранге Раде Виндавнешвари Вришабану Суте Вери Прамамани Харикрие Ванчадаупадарупьяща, Грибасиндуэвача, Патистанам Паванепьо, Вайшнавепьо Намо Намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Власвадхи Гаурабхакта Вриндава. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we heard in the previous verses how Maharaj Yudhisthira was detaching himself from everything external. В предыдущих стихах мы слышали о том, как Махараджа Юдхиштхира порвал все внешние связи. He had heard Lord Krishna had departed from the world, and he was preparing also himself to retire away from the world. Он услышал о том, что Господь Кришна оставил этот мир, и готовил себя также к тому, что ему придется скоро оставить этот мир. He had been instructed like this by Narada Muni. Эти наставления дал ему Нарада Муни. So he was not acting independently. He was acting under the guidance of the great sage Narada Muni. Таким образом, он не действовал независимо. Он действовал под руководством великого мудреца Нарада Муни. Narada Muni had told the Pandavas that after Lord Krishna leaves the world, you Pandavas should also retire. Нарада Муни сказал Пандавам, что после того, как Господь Кришна оставит этот мир, вам также нужно принять отречение. So Maharaj Yudhisthira put the grandson Parikshit on the throne. He grown up, and they put him on the throne, and he was to be in charge. And then the Maharaj Yudhisthira then took this, assumed this. Style of living, he changed his dress and put on torn clothing. Итак, внук Махараджи Юдхиштхиры Парикшит вырос, и Махараджа Юдхиштхира посадил его на трон и принял этот образ жизни. Он надел рваные одежды и отказался от всего. And then, usually, as a kshatriya. The Kshatriyas, they didn't cut their hair, you know, like Sikhs, the Sikh people. You know the Sikhs, you know, they wear these turbans and they have beards. They don't shave and they don't cut their hair. So Maharaj Yudhisthira is a Kshatriya, that's a Kshatriya tradition. They didn't shave or cut the hair.
Итак, для кшатри существует традиция, они не стригут волосы. Знаете, например, как ситхи? Сикхи. Сикхи. В Индии есть такая народность, они не бреются, волосы не стригут. Так и кшатри. Они не обрезают волосы. But they would have their hair tied up and with a turban on the head. Но они повязывают, собирают волосы в пучок. But now that he's leaving the world and giving up being a king, he untied his hair and he had his hair hanging loose. И так как он собирался оставить этот мир, он распустил волосы. I was explaining the other day about how widows, when a woman is a widow, she can also untie the hair and have the hair hanging loose. На днях я уже объясняла, что если женщина становится вдовой, она также может распустить волосы. Mm-hmm. So the same is there with the Kshatriya kings, that they also, they would just untie their hair and torn clothing. And then we had, he's not taking any solid food. И также и цари кшатри, они распускают волосы, одевают рваную одежду. И также мы услышали, что он перестал принимать твердую пищу. In other words, he's preparing to leave the body. Другими словами, он готовился к тому, чтобы покинуть, оставить это тело. And then he's not speaking to anyone. А также он не перестал разговаривать с кем-либо. Not even his brothers. Даже со своими братьями. But he's very fixed within his mind what he's going to do. Он был очень сосредоточенным в уме над том, что он собирается делать. So he appears like a madman or like someone, you know, some kind of what a vagabond or we would say a vagrant. Sometimes, like here in Russia also, we see sometimes people they have no home, they have no place to live, and they're just, you know, living in the street in torn clothing. И внешне казалось, что он походил на сумасшедшего. И знаете, даже похоже было на бродягу. В России тоже встречаются, знаете, такие, у них нет негде жить, они без дома ходят в грязной одежде. So Maharaj Yudhisthira, although he had been the emperor, the king of the world, now he was taking this position. He was preparing, he was completely renouncing the whole material world. И несмотря на то, что Махараджа Кишира был императором всего мира, он принял это положение. Он отрекся от всего, что имел. Sometimes we speak about Atmarama, Lord Nityananda and Rishabdev and like that. There, you can read in Srimad Bhagavatam about kings like Rishabdev. How Lord Rishabdev, he's an incarnation of God, and he was ruling the world. But then he gave up the world and he entered into the forest. В Шримад Бхагаватам мы слышим о таких личностях, как их называют таким словом на санскрите, Нитянанду Прабху так называли, и царь Господь Ришабхадев, он также правил царством, но потом он ушел в лес. Абадхута? Нет, Абадхута. Так называют Абадхутами. So here you see Maharaj Yudhisthira also become like Jatbarat. Also we've read in the Srimad Bhagavatam about Bharat Maharaj became a deer, and then next life he was born the son of a brahmana, and he pretended to be a stupid person. И также Махараджа Юдхиштхира стал похожим на Джаду Бхарату. Также в Шримад Бхагаватам мы читаем историю о царе Бхарате, который оставил царство, но потом воплотился в оленя, и в следующей жизни он стал сыном брахмана и притворялся сумасшедшим. So if somebody is judged, it means that they're very stupid, they're very dumb. И здесь употребляется слово джад. Джад означает глупый, тупой,
заторможенный. So he was given this name by his father because his father found it impossible to try to train him or educate him. И Бхарату в этом воплощении так Джады назвал его отец, потому что он думал, что его невозможно научить чему-то. Everything the father tell him to do, he would do the opposite. Каждый раз, когда отец просил его что-то сделать, он делал все наоборот. You know, he'd tell him, after you go, after you make the, after you go to the toilet, you must wash your hands. You must wash your hands, feet, and mouth. You must clean yourself. So he would clean himself first, and then go to the toilet. И отец говорил ему, после того, как ты сходил в туалет, ты должен вымыть руки, сполоснуть рот и принять омовение. Но его сын делал все наоборот. Он сначала принимал омовение, а потом ходил в туалет. So the father would tell him, eat with the right hand. He would eat with the left hand. Его отец говорил ему, ешь правой рукой, он ел левой рукой. So father thought, this boy is hopeless, I cannot teach him anything. Отец его думал, он безнадежен, я не могу его ничему научить. So Chaturat wanted that, he wanted his father not to be attached to him. И Джаду Бхарата только этого и добивался, он не хотел, чтобы его отец был к нему привязан. And then Chaturat was able to go from the home without the father being concerned about him. И таким образом Джада Бхарата смог покинуть дом. Он все делал для того, чтобы отец его не беспокоился об этом. So you often see if someone's got some mental problem or some of the family, they don't want anything to do with them. They'll put them away somewhere. Как обычно бывает, когда в семье есть кто-то с душевными расстройствами, то члены семьи стараются как-то избавиться от него. So Chaturat was able to wander, and you know, he was also like Maharaj Yudhisthira, wearing torn clothes and hair disheveled, and people thought he was just a mad person. Таким образом, Джада Бхарата мог путешествовать, бродить. Он был как Махарадж Юдхиштхира, одет в рваные одежды, и окружающие думали, что он сумасшедший. But actually, he was the most enlightened person. На самом деле он был самой просветленной личностью. Just like Sukadeva Goswami. Sukadeva Goswami, and he stayed in the womb of his mother for 16 years. Так же, как Шукадева Госвами. Шукадева Госвами оставался в чреве своей матери до 16 лет. And when he came out from the womb, he immediately left home. И как только он покинул чрево матери, он тут же ушел из дома. And his father tried wanted him. He said, no way. He said, don't go. You know, I haven't given you sacred thread yet. I have to make you a brahmana. И отец его пытался остановить его. Он говорил ему, не уходи, я тебе еще не дал священный шнур, не посвятил тебя в брахманы. But Sukadeva Goswami, he's not interested in a sacred thread. That's material. Brahmana is a material designation. And Sukadeva Goswami was completely liberated. Но Шукадева Госвами не интересовал священный шнур. Это все материальное. Браман — это материальное положение. А Шукадева Госвами, он был возвышенным. So when Sukadeva Goswami came to where Maharaj Parikshit was preparing for death, it said that the village children were ridiculing him and throwing stones at him. Because they thought he was a mad person. И когда Махарадж Юдхиштхира, Парикшит, собирался оставить это тело, дом, в то время Шукадева Госвами, он тоже, когда проходил, то мальчишки деревенские, они дразнили его и бросали в него камни. Sukadeva Goswami was a young man, and he was going naked. Шукадева Госвами был молодым юношей, и он был абсолютно голый. So other people saw him and they thought, oh, he's just a mad person. И когда его видели окружающие, они думали, да, он просто сумасшедший. They didn't know he was the most enlightened. Они не осознавали, что он был самым просвещенным личностью. And he came and, of course, he spoke the Srimad Bhagavatam to Maharaj Parikshit.
И он пришел, чтобы поведать Шримад Бхагаватам Махараджу Парикшита. Because he inherited all from his father. Потому что он все это услышал от своего отца. So similarly, Jagbharat was wandering around, and a king was coming in his palanquin, and one of his palanquin carriers was injured, so he needed someone to replace the injured man. И также Джадабарата, он бродил по окрестностям, в это время проезжал царь на своем паланкине, и один из тех, кто нес паланкин царя, был ранен, и нужно было поставить, найти замену кого-то, чтобы кто-то мог продолжить нести паланкин. So when he saw Jagbharat, he saw he has a strong body, he will be good to help carry the palanquin. И они увидели Джанабараду, увидели, насколько он крепкого телосложения, и поняли, что он сможет нести паланкин. And Jagbharat was not speaking to anybody, so he didn't see anything. And so they brought him and they made him carry the palanquin. Джанабарада ни с кем не разговаривал, ни на кого не обращал внимания, но они его подтащили, можно сказать, заставили его тащить этот паланкин. But when he was carrying the palanquin, he saw insects on the path. So he was very careful not to step on any of the insects. Но пока он нес паланкин, на дороге он видел всяких насекомых и старался делать так, чтобы не наступать на них и не раздавить их. But this had a bad effect on the king who was riding in the palanquin. Это причиняло беспокойство царю, которого несли на этом паланкине. And the king began to complain to the palanquin carriers. Hey, what's going on? Carry the palanquin properly. И тогда царь стал ругаться на тех, кто нес паланкин. Что происходит? Несите нормально. The king is in the palanquin and Jagbharat's moving, you know, because he's very careful, he doesn't want to step on any insects. And it caused the palanquin to rock, and the king was rocking and was getting angry. И так как Джадабарат старался обходить насекомых, ему приходилось маневрировать, и таким образом паланкин он раскачивался. И раскачивался, царь вместе с ним тоже раскачивался, и это приносило, это его раздражало. So the palanquin carriers, they told the king, it's not us, it's this one, it's this new man, he's the one. It's his fault. И тогда те, кто нес паланкин, сказали, это не мы, мы здесь ни при чем, это вот этот новенький, вот все из-за него. So the king threatened Jagbharat. He said, "I will beat you if you don't carry the palanquin properly." И тогда царь пригрозил Джадабарате, сказав, "Если ты не будешь нести паланкин нормально, я тебя побью." But then Jagbharat began to speak to him words of transcendental wisdom. И тогда Джадабарата поведал ему словами трансцендентной мудрости. He said to the king, "Who are you? Do you think you're the king? You think because you ride in the palanquin you're the king? You think I'm your palanquin carrier? You don't know who you are." Тогда он спросил у царя, кто ты? Ты думаешь, ты, если тебя несут на паланкине, то ты царь? Ты не знаешь, кто ты есть на самом деле? You don't know that you're not this body. You're just simply living in this one body. For some time you're the king, but who are you really? Who are you eternally? Ты не знаешь, кто ты. Ты просто живешь в этом теле, но через некоторое время ты покинешь его. На самом деле ты не знаешь, кто ты есть. You think I'm just your palanquin carrier? You don't know who I am, you don't know who you are. You're in so much ignorance. Ты думаешь, я просто тот человек, который несет паланкин? Ты не знаешь, кто я, ты не знаешь, кто ты. В таком невежестве. You think you will beat me? You will beat me? What good will it do you to beat me? Could you repeat this? You would beat me, and then because the king said he would beat Jagbharat if he didn't carry the palanquin properly. Ты побьешь меня? Спросил Джадабарата. За то, что я несу. То есть ты побьешь меня за то, что я тебя несу? Неправильно. So like this, Jagbharat began to speak words of wisdom. And the king was shocked, and he could understand that Jagbharat was actually a great soul. И так как Джадабарат стал рассказывать царю вот эту мудрость, царь был шокирован, он понял, что Джадабарат — это великая душа. And he fell at Jagbharat's feet, and then he asked him, "Where did you get all this from?" И он припал к
стопам Джада Бхарата и спросил у него, а откуда ты это узнал? And Jada Bharat explained that you don't get this knowledge, you don't get it by just doing austerities or just going to the holy places. You don't get it by just reading books. You have to get the mercy of the devotee. Тогда Джада Бхарата сказал ему, это знание ты не получишь просто, совершая аскезы, посещая святые места или читая книги. Чтобы получить это знание, тебе нужна милость преданных. You have to get the dust from the feet of the devotees and take that dust all over your body. Тебе нужно получить пыль со стоп преданных и просто покрыть ей свое тело. And so the king was completely astonished to see this Jada Bharat, that he was such an enlightened soul. И король, царь был просто, не то слово, удивлен, поняв, что Джада Бхарата является такой великой душой. So we see also Lord Nityananda. Lord Nityananda sometimes would behave in a very unusual manner. И также мы видим, как Господь Нитьянанда иногда вел себя очень необычно. Sometimes he would also be naked. Иногда он тоже ходил обнаженным. And sometimes he would even drink the milk from the breasts of the old lady who was living in the house of in the from the breast of the wife of Shrivas Pandit. His wife's name was Malini. Иногда он пил грудное молоко жены Шриваса, которую звали Малини. She was a nurse in Krishna Lila. Она была кормилицей Кришна Лили. So Lord Nityananda, he considered Malini to be like his mother, and he would drink her breast milk. Nityananda, он считал Малини своей матерью, поэтому пил ее молоко. So Lord Nityananda, he was also Avaduta. He was like that. He didn't belong to any particular division of society. И Господь Нитьянанда также был Аватхутой. Он не принадлежал никаким слоям общества. We divide society into the four varnas and four ashrams. Мы разделяем общество на четыре варны и четыре ашрама. But Lord Nityananda and these other persons like Sukadeva Goswami and Lord Rishabh, they don't belong to any of these varnas or ashramas. И Господь Нитьянанда, Господь Ришабхадев, они не принадлежали никаким варнам и ашрамам. They're completely transcendental. Они были полностью трансцендентны. So Maharaj Yudhisthira also, he's entering into that mood, Avaduta, is going away from the whole world. И также Мадхарадж Юдхиштхира входил в это умонастроение Аватхуты, собираясь покинуть мир. He just wants to absorb himself in the thoughts of the Supreme Lord. Он просто хотел погрузить свои мысли, он хотел погрузиться мыслями о Верховном Господе. Of course, this was before Kali Yuga had begun. Конечно, это все произошло до наступления Кали-Юги. In the modern times, we see, for example, Bhaktivinoda Thakur, he retired from the world, he went to Jagannath Puri, and he stayed in Jagannath Puri, and he chanted the holy name there. В наше время мы видим, как Бхактивинода Такур отошел от дела, он отправился в Джаганатхапури и повторял там святые имена. We don't need to imitate Maharaj Yudhisthira. We don't need to do all these things which Maharaj Yudhisthira did. Мы не должны подражать Махараджу Юдхиштхиру. Нам не нужно делать все то, что он делал. But we do need to absorb ourselves more completely in the thought of the Lord. Но мы должны полностью погрузиться мыслями о Господе. And we can do that by chanting the holy name and by reading Shastra. Но мы можем сделать это, воспевая святые имена и читая Священное Писание. Srila Prabhupada recommends in old age it's a good idea to go to the holy dham and stay there and read the books of the Goswamis. Srila Prabhupada говорил, что это очень хорошо в преклонном возрасте отправиться в святое место, повторять святые имена и читать книги Госвами.
places like Vrindavan are especially meant for people to end their life in the material world. Такие святые места, как Вриндаван, особенно предназначены для тех, кто собирается оставить этот мир. There are many elderly people who go to Vrindavan just to leave the body. Очень много престарелых людей отправляются в Вриндаван для того, чтобы оставить там тело. And they don't want to go out of Vrindavan. Они не хотят уезжать из Вриндавана. They'll stay in Vrindavan until their body drops. Они остаются там, пока не погибнет их тело. So they have that attachment to the holy Dham. They want to leave their body in the holy place. Итак, они привязаны к святому месту. Они хотят оставить свое тело в святом месте. And they to be in Vrindavan, even though their living condition may be very poor, very simple, but still they're willing to accept that hardship. Несмотря на то, что жизнь во Вриндаване очень простая, иногда даже бедная, они соглашаются принимать эти условия жизни. You get people also, people who are not Vaishnava, they will go often to Benares to leave the body. Те, кто не является Вайшнавом, чаще всего уезжают в Бенарес для того, чтобы оставить тело. Benares is a place of Lord Shiva. Бенарес — это место пребывания Господа Шивы. And the Ganges flows there. И там Ganges вот, там протекает Ганга. And there's a burning ghat there where they burn the dead bodies. И там есть крематорий. Lord Shiva often is there. Господь Кришна пребывает там постоянно. Ой, Господь Шива, простите. So people, Hindu people, they often like to go to Benares. И индусы очень любят ездить в Бенарес. But the devotees of Krishna, they will go to Mayapur or Vrindavan. Но преданные Кришне предпочитают ездить в Майяпур или Вриндаван. Or else Jagannath Puri. Или в Джаганнат Пури. Bhaktivinoda Thakur departed from Jagannath. No, but the Jagannath Puri, I'm not sure. Вы покинули эту крутую оставить. Асфаланда Суканда Куча. Погромче. Асфаланда Суканда Куча. Асфаланда Суканда Куча. I don't know. Well, the Samadhi is there, but I don't know. Там есть Самадхи. Где он стал тело, не помню. В Калькутте. They brought the body there. He didn't leave it. He had a house in Calcutta. У него был дом в Калькутте. So he may have departed from Calcutta. Возможно, он в Калькутте тело оставил. Or else he departed from Jagannath. Или из Джаганнатха, или в Джаганнатхапуре. Anyway, Prabhupada also said that what's important is that we should leave the body in Krishna consciousness. Как бы то ни было, Прабхупада часто говорит, что мы должны оставить тело в сознании Кришны. So we find people often want to go to the holy Dham to leave the body, but it's not possible. They cannot get visas to go there. Мы знаем, что люди хотят стремятся в Дхаму, чтобы оставить там тело, но иногда это просто невозможно. Например, визу они не могут получить. There were some Russian ladies there in Vrindavan, older ladies, and they wanted to stay there and leave the body, but the immigration officials said, no, go back to your own country. И во Вриндаване жила одна пожилая русская леди, которая хотела оставить там тело, но миграционная служба сказала нет. Когда у нее срок истек, ее депортировали. No, they wouldn't let them stay there. Они не позволили там остаться. They said, you go back to your own country. Возвращайся в свою страну. So sometimes it's difficult to try to do these things. Иногда сложно эти вещи осуществить. But what's important is that we should have the association of devotees. Вот что важно, это чтобы у нас было общение с преданными. And if we with the association of devotees, then it's easier to remember Krishna. В кругу преданных легче помнить о Кришне. Just like when Srila Prabhupada was departing, he told all the devotees, come and be with me. Когда Шрила Прабхупада оставлял тело, он попросил преданных прийти, сказал, приходите, будьте со мной. He wanted the devotees to be there to chant for him every day and to read books to him, read his books to him. Он хотел быть вместе с преданными, чтобы они воспевали святое имя ему или читали книги.
Prabhupada always wanted like that to have the devotees with him. Прабхупада всегда хотел бы быть преданными. Because with the devotees, then it's easy to remember Krishna. Потому что с преданными легче помнить о Кришне. So Maharaj Yudhisthira, his renunciation is very different. He's renouncing everything, going away from the world, and going away from everyone. Отречение Махараджи Юдхиштхиры, отречение от мира, оно отличается. Он оставил все и всех. So that kind of renunciation is not recommended in this age. И такого рода отречение не рекомендуется в этот век. We, of course, we chant the holy name. We have the Sankirtan, we have Lord Chaitanya's mercy to get. Потому что у нас есть милость Господа Чайтани, у нас есть Санкиртана, мы воспеваем святые имена. When people are departing from the world, we go and chant the holy name for them. Когда люди оставляют тело, мы идем туда и воспеваем святые имена для них. So that way they can leave the body in auspicious circumstances. Чтобы они могли оставить тело в благоприятных при благоприятных обстоятельствах. We want to get, go away from the material world. That's one thing, to give up the material world is good, but we want to embrace, we want to enter into the spiritual world. Мы хотим избавиться от материального мира. Хорошо оставить все материальное, но мы хотим возвыситься, мы хотим попасть в духовный мир. So we want to hear about Lord Krishna constantly. Мы хотим слышать о Господе Кришне постоянно. There was one lady in Vrindavan from South Africa, and she'd been diagnosed with cancer, and she was to leave her body. Одна пожилая женщина из Южной Африки, ей диагностировали рак, и она должна была покинуть тело. So she was an artist, and she was meditating on how she could do service in the association of Lord Krishna and the gopis. Она была художницей, и она медитировала на то, как она может послужить преданным. And she was constantly meditating on her service, how she would paint and decorate the Radharani for the pleasure of Krishna. Она медитировала на то, как она может послужить Кришне и гопи, как она будет украшать их. And in this way she was preparing herself to enter into a spiritual body. Таким образом она готовила себя к переходу в духовное тело. So those are some examples of devotees, how they prepared themselves for leaving the material world. Вот несколько примеров преданных, которые готовились покинуть этот мир. And we know how Maharaj Parikshit prepared himself for departing from the world. Мы можем узнать, как Махарадж Парикшит готовился оставить этот мир. That was to hear, just simply by hearing constantly. Он просто слушал, просто постоянно слушая. Of course, he also took off his royal clothes and put on simple dress. Он также снял свои царские одежды и одел простое какое-то одеяние. And he also was fasting. Он также постился. Controlling the tongue. Контролировал язык. And he was constantly hearing. И постоянно слушал. And he heard the entire Srimad Bhagavatam. И он услышал весь Шримад Бхагаватам. So in this way he prepared himself to enter into the kingdom of God. Таким образом он подготовился к тому, чтобы войти в царство Бога. So Krishna consciousness prepares us how to live a nice life in this world and how to get the best life in the future. Итак, сознание Кришны готовит нас к тому, как прожить хорошую жизнь в этом мире и получить лучшую жизнь в духовном. So, are there any questions? Есть ли вопросы? Да. Yes, Prabhu? Paramatma Prabhu? Махарадж примет мой поклон. У меня возник такой серьезный вопрос. Я вот слышу, как Господь Чайтанья Махапрабху с Нитянандой разговаривает, и Господь Чайтанья говорит такие слова, что мы в прошлой жизни с тобой были, Кришна и Баларамы, и у меня создается впечатление, что Господь тоже вынужден переселяться из одной формы в другую. Вот, и также вот спутники, тоже они какие-то в прошлой жизни играли какие-то роли. Такое впечатление, что они переселяются из одного тела в другое.
Вот. Развейте, пожалуйста, мои сомнения. Повторю вопрос. Спасибо, Магарадж, за лекцию. И я слушаю, как Господь Чайтанья и Нитьянанда разговаривают, и Господь Чайтанья говорит, что мы в прошлой жизни были с тобой Кришной Баларамой. И слушая это, возникает ощущение, что Господь вынужден, также вынужден переселяться из одного формы в другую. И спутники Господа, которые окружают его, также вынуждены сменять одно тело на другое. Развейте мои сомнения. Они тоже прошли просто воплощение, тоже играли какие-то... Ну да, потому что спутники Господа в каком-то сейчас... The question is that when I read the talk of Lord Chaitanya with Lord Nityananda, Lord Chaitanya says to Nityananda that previous life, in the previous life we were Krishna and Balarama. And hearing that, there is a feeling that the Lord also has to change the bodies from one body to another, and the associations, eternal friends of the Lord, they also have to change their bodies, because in this lila they are in one body, and in previous lilas they are in another bodies. Yeah. So, does the Lord have to change his body? Does the Lord have to change his body? Yes, but we're told the Lord's changing of the body is, it's not that he's taking birth, but he's appearing like the sun rises every morning. The Lord has an eternal form. His forms are eternal. Да, мы говорим, что Господь меняет тело, но надо понимать, что Он не рождается в этом мире, Он является, как и солнечные лучи, с появлением солнца, Он появляется. So he comes down from the spiritual world in his eternal form. У Господа вечная форма, Он спускается с духовного мира в своей вечной форме. So when the Lord comes into this world, it's compared to the sun rising in the morning, it's not a new sun. И появление Господа в этом мире сравнивается с восходом. То есть солнце, оно восходит, это не новое солнце, это то же самое солнце. But it appears like a new sun. Но он появляется как новое солнце. And then we see a little bit of sun in the morning, and then gradually the sun gets bigger, and then you get midday, by midday you get the full sun. И мы видим, как солнце едва-едва появляется, только начинает выходить, восходить, а потом мы видим уже полный диск, и днем уже солнце во всей своей полноте светит. So in the same way, the Lord's body is transcendental, so he is Navayovana, he's eternally youthful. И таким образом тело Господа, оно трансцендентно, оно Навайовано, оно всегда обновляется. He never grows old. Он всегда молодой, он никогда не стареет. Although he stayed in the world for 125 years, he didn't grow old. Несмотря на то, что он был, пребывал на земле в течение 125 лет, он не постарел. Because he has an eternal spiritual form. Потому что он обладает вечной духовной формой. He's not subject to old age and disease and death. Оно не подвержено старению, болезни и смерти. But he does appear in this world. Но он является в этом мире. And he has a form. And of course, you could say, well, he has a baby form, and he grows, he becomes a young child, and he grows up more. Конечно, мы можем сказать, ну вот он был ребенком, потом подростком, потом стал взрослеть. Well, that's his lila. He can do all that. Но это лила, он все это может устроить. But he has his eternal youthful form. Но у него есть вечно молодая форма. Just like when we worship the deity, we worship Lord Krishna in his eternal youthful form. Например, когда мы поклоняемся божествам, мы поклоняемся Кришне в его вечной молодой форме. So the Lord has his eternal form, and he comes to this world, performs his pastimes, and then he departs. Итак, Господь обладает
вечной формой, он приходит в этот мир, проводит свои игры и уходит. And goes back again. Он снова возвращается. Just like when Lord Krishna appeared to Vasudeva and Devaki, he appeared in his four-armed form as Lord Narayan, fully decorated. Так же, как Господь Кришна явился, предстал перед Васудева и Деваки в своей четырехрукой форме Нарайны, украшенной. So, in order to pacify them, they requested the Lord, please take a form like a child. And so the Lord assumed the form of the baby. И чтобы успокоиться, они попросили его принять форму ребенка, и Господь принял эту форму. And that way Vasudev could carry the Lord across the Yamuna to the home of Nanda Maharaj. И тогда Васудева смог перенести Господа через Ямуну в дом Нанды Махараджа. And there Krishna and Balaram could be together, and they could have their Braja Vrindavan pastimes. И там Кришна и Баларама могли быть вместе и проводить свое время во Вриндаване. So yeah, the Lord appears a transcendental manner, not by karma. Итак, Господь является трансцендентным образом, не от независимости от кармы. We take birth and we take birth. We're born in a particular family, in a particular society. According to our karma. В соответствии с нашей кармой мы рождаемся в определенной семье и в определенном обществе. But Krishna chooses where he appears. Но Кришна выбирает место, куда, где он явится. He will take birth in the home of his pure devotees. Он появляется в доме своих чистых преданных. Like Vasudeva and Devaki and Nanda and Yashoda, the Lord comes as their child. Такие как Васудева, Деваки, Нанда, Яшода, Господь приходит к ним, как, ну, приходит к ним, к ребенок, к их сын. So in the Bhagavad Gita, Lord Krishna said, one who can janma karma chami divyam evam yoveti tatvata. One who can understand my birth and activities, if you can understand that the Lord's birth and activities are transcendental, then upon giving up this body, you never take birth again. И в Бхагавад-гите Господь Кришна говорит, тот, кто познал мою трансцендентную природу, рождение, деяние, тот никогда больше не воплотится в этом мире. This is sometimes said to be the most important verse in the Bhagavad-gita. Иногда этот стих считается самым важным стихом Бхагавад-гиты. Because Krishna is saying the qualification, to go back to Godhead is that you have to understand Krishna's janma and karma, how they are divyam, transcendental. И говорится, чтобы попасть в духовный мир, мы должны понять джанму и карму, и как они, и что они трансцендентны. Джанму и карму Господа. Рождение деятельности Господа, и то, что они трансцендентны. So the birth of Lord Krishna is very bewildering. Кузирупит Махарадж, please. The birth of Lord Krishna is very bewildering. So, итак, рождение Господа сбивает нас с толку. Even for the devotees, it's bewildering. Даже преданных сбивает с толку. How does the Lord come? How he can come in this world? Как Господь может появиться в этом мире? And how does he go? И как он уходит? When after he comes. А потом. His departure is also not ordinary. Его уход также необычен. People think, oh, he was shot in the foot by an arrow, and he died. Люди думают, что его попали в пятку стрелой, и он умер. But that's not true. Но это неправда. He didn't die just because somebody shot the arrow in his foot. Так он не умер от того, что кто-то попал стрелой в пятку. But Krishna arranged all these things to bewilder the minds of materialistic non-devotees.
Но Кришна все это устроил для того, чтобы сбить с толку материалистичных непреданных. People who are not devotees, they cannot understand the transcendental nature of Lord Krishna. Непреданные не могут понять трансцендентную природу Кришны. So Lord Krishna does these tricks. Господь Кришна вот так шутит. He left another body there, a Maya Krishna. Он оставил другое тело, а Майя Кришна. And they thought, oh, he's dead. But that wasn't Krishna. That body was just some Maya Krishna. Я не смотрел, увидели, о, Кришна мертв, но это не был Кришна, это был Майя Кришна. Just like when Ravana took away Sita, Ravana could not touch Sita because Mother Sita is the goddess of fortune. She is the property of the Lord. A demon like Ravana could never touch her. Точно так же, как Равана похитил Ситу, но он не мог дотронуться до Ситы, потому что это, она богиня процветания, она принадлежит Господу. Равана took a Maya Sita. Похитил он Майю Ситу. But the real Sita, she could not be touched by Ravana. Но Майя, но настоящую Ситу он не мог даже прикоснуться к ней. And after Lord Ramachandra killed Ravana, then he brought Sita back, and then the real Sita then appeared. И когда Господь Рамачандра убил Равану, он вернул Ситу домой, и тогда истинная Сита появилась. And the Maya Sita that burned in the fire. А Майя Сита сгорела в огне. So similarly, Lord Krishna departed from the world. He left a body there. But it wasn't his body. И таким же образом, когда Господь Кришна оставлял этот мир, покидал этот мир, он оставил тело, но это не было тело Кришны. It was a fake body. Это было поддельное тело. Just to bewilder the minds of atheists. Чтобы сбить с толку атеистов. Non-devotees. Непреданных. Krishna did all of these things. Вот для этого Кришна все делает. Вот это. Продолжение. The continuation. Да, там вопрос, опять же, когда Кришна, он оставлял тело, он разговаривал с охотником, который его убил, вот, а это тело тоже не сгорало, и он тоже сказал, что это тело мое нетленно, и ты не можешь его сжечь. То есть тут такое вообще, если это обмен, то он должен сгореть. Это где-то было, да? Написано? Да, один сказал. The continuation of the question. When Krishna was leaving the body, he was talking to the hunter and he told him that hunter that shoot his foot. And he told him that you cannot burn my body. Krishna told to the hunter that you cannot burn my body. It's unburnable. Yeah, like this. И что дальше? Ну, он вынужден был его отправить в океан, то есть. And this hunter had to throw this body to the ocean. So does it mean that the body, faked body, was also eternal? Does it mean that the faked body that Krishna left was also eternal? The fake body? Yes. No, Krishna left a fake body. They burned the fake body, and they say this is where Krishna's ashes are. That those people who are not devotees, they have a place. They say this is where Krishna's body was cremated. И непреданные, они тело Кришны, оно не было нетленным, потому что атеисты показывали то место, где они сожгли его. Because that was the Maya Krishna. It wasn't the real body of Krishna. Это не было настоящим телом Кришны, это была Майя Кришна. The body of Krishna is divine and transcendental. It cannot be burned. Форма Господа, она трансцендентна, она не может быть сожжена. So Krishna left. He disappeared from that place. А Кришна исчез из этого мира. But he left the Maya. Он оставил Майю. То есть то тело сгорело. So that body, faked body, was burned. Yeah. Да. Okay. Okay. The next question, I'm sorry. Ну, теперь спутники, Господа. Например, Гададхара Панди. Companions. Гададхара Панди. Он Шримати Радхарани.
И его тело, оно тоже, ну, имеется, постарело, и он ушел из этого мира. То есть есть отличие между этими телами и телами духовного мира. Да. А, но это Шрива-Бхагавад-Гита. Ну, потому что вы разумеете, наверное. Да, вопрос, но это вопрос, то есть отличие вот этих форм, отличие от изначальных форм есть, то есть они тоже материальны. То есть тела спутника Господа, да, например, группа Господа, да, они материальны? Нет, Гададхара. Сейчас выясните. Гададхара. Это Ниджива. Что это Ниджива? Они Ниджива, они посредством энергии Господа. Но они оставляли тела. Это хорошо перевести? Нет, итак, спутники Господа читали, потому что Гададхара Панди, да? Они оставляли, они старели, оставляли тела. То есть их тела разные, то есть отличные. Тело Шиматера Харани и вот этот Гададхара Панди. Да. Он постарел, в конце жизни он постарел. Что, какие тела мы пытаемся разрешить? Есть разница, есть тела, то есть спутники Господа, у них тела, которые они проявляют в игры Господа, читать временно, тоже мало. The companion of the Lord during the Chaitanya Lila, for example, Gadadhar Pandit, their bodies are also not eternal. Как временный? Well, there are different associates. Some of them, maybe their bodies were transcendental. I don't know. Но некоторые тела могли быть трансцендентными, я не знаю. But they were all great souls. Но они были все великие души. So their bodies are in samadhi. Их тела в самадхи. То есть они души. So they are jivas. Разница между телом есть. Yes, they're jivas. They have difference, but there is a difference between the soul and body. Yeah. Да, они дживы. А Гададхара Пандит? What about Гададхара Пандит? Шиматирадхарани. He was Шиматирадхарани. He was expansion of Шимати. Он был expansion Шиматирадхарани. Шиматирадхарани, матушка. Есть вопросы еще преданные? Да. Относительно вот этой главы, темы этой главы, Шрила Прабхупада в своих комментариях, и в частности, вот, допустим, в лекции на 37-й текст, он в конце говорит, что в возрасте 50 лет мы должны отойти от своих дел, не думать о том, что мы, там, у нас вот такие обязанности и прочее, и заняться уже тем, что мы должны подготовиться к своему уходу из этой жизни. Вот каким образом мы можем делать это в ИСКОН, есть ли какие-то программы по ванапрасха ашраму для преданных, которые хотят отойти от своих обязанностей и посвятить свою жизнь там, проповеди, либо там скулу самобраджану. Я могу дать даже Махараджу прочитать. Сейчас я сначала попробую перевести это все. According to this chapter, in the comments of Srila Prabhupada, especially in the verse 37, he says that at the age of 50, we should take renunciation, leave all the affairs, and to think how shall we prepare ourselves for leaving this world, and for example, leaving this society. And the question is, are there any programs in ISKCON that helps people in this age to prepare themselves for such renunciation? If you дополню еще. Шабара Махарадж в последнее время часто говорит о ванапрасхе, разные подходы. Есть, может быть, GBC, какие-то программы есть, или какие-то мысли на эту тему. And Shivaram Swami is also speaking about vanaprasthas. And are there some programs from that were adjusted by GBC for such people, maybe? Yes, there are. The Holy Dham, Mayapur and Vrindavan are especially meant for elderly people like vanaprasthas. Да, Майпур и Вриндаван, святые эти места, особенно предназначены для пожилых людей, которые принимают ванапрасху. People are meant to go there and take up some service. Люди могут поехать туда и получить как и заняться каким-то служением. They'll be given do some service, not to just live there, but to do service. Предполагается, что они едут туда, получают служение, не просто живут там, а служат.
Well, there's a number of vanaprasthas already living there. Уже там достаточное количество ванапрас, которые там живет. But it's not required that you have to go to the temple. But if you are over 50 and you're retired, then you can come to go to temple and do service. Не обязательно туда ехать. Если вам уже 50 и вы ушли на пенсию, вы можете служить в храме. We have centers where they need manpower. У нас есть центр, где нужна мужская сила. We need people to dedicate themselves to the service of Krishna. Нам нужны люди, которые бы посвятили себя служению Кришне. Yes. You may not be given a lot of salary, but you can be provided your basic needs. Может быть, вам не будут такую большую зарплату платить, но жизненно необходимые моменты обеспечат. Right? What do you need? Что you вам... need some prasadam? Нужен прасад. Вам что вам надо? Прасад. You need some cloth to cover the body. Одежды, чтобы тело покрыть. And you need a roof over your head. И крыша над головой. So you stay in the center. Так, оставайтесь в центре. And do service. И служите. And eat prasadam. Кушайте, почитайте прасад. And wear devotee dress. Одевайтесь в одежду вайшнава. And this way you can be engaged, fully engaged in the service of Krishna. И таким образом вы полностью будете вовлечены в служение Кришне. We need people to do deity worship. Нам нужны люди, чтобы поклоняться божествам. We need people to do to cook in the kitchen, prepare the deity offerings. Нужны те, которые бы готовили подношения для божеств, готовили на кухне. And many people are coming to visit the centers, they have to be met, they have to be talked to, preached to. Много кто приходит в центр, и нужно, чтобы кто-то их встречал и проповедовал им. And we have also programs for book distribution. Также у нас есть программа для распространения книг. And so there's always a lot of things to be done in the Krishna conscious centers. Очень много чего делать надо в сознании Кришны, в центрах. And you should plan to retire there, take up full-time service. You should make a plan to retire and come to the Krishna Conscious Center. Вам нужно разработать план отречения, так сказать, ухода на пенсию и отправиться в центр сознания Кришны. There was one man in Vrindavan. His name was Vibhu Chaitanya. He was a very nice devotee. Был такой преданный, очень хороший преданный, которого звали Вибху Чайтанья. Да. He would cook every day. Он каждый день готовил. He would cook offerings for the deities. Готовил подношения божествам. Every day he was in the kitchen. Каждый день был на кухне. But he got old, it became difficult for him, so he took up another service. Но он состарился, и готовить стало ему очень сложно. Тогда он взял другое служение. And he would give charanamrita to people. И он разливал людям чаранамриту. Right? Да? Do you get charanamrita here? I didn't see any charanamrita here. У вас есть чаранамрита? Я не видел чего. But in Vladivostok they have charanamrita. В Владивостоке есть чаранамрита. We have it, but we have, but we're not distributing. You're not distributing it. What are you doing with it? We just collect in some bucket and then distribute in a bottle to devotees. У нас есть чаранамрита, но мы так не распространяем. Мы преданные могут пить ее, и там разливаем бутылки, и преданные забирают. That's not the usual way to distribute. Это необычный способ распространения чаранамриты. Anyway, he was giving charan. He was in Vrindavan, and in Vrindavan, every day, everybody come. They all want charanamrita. И он жил во Вриндаване. Во Вриндаване каждый день кто-то приходит, желая спить чаранамриту. You go to the temples everywhere. They're giving charanamrita. Somebody giving charanamrita. А вы приходите в храм, и там обязательно кто-нибудь разливает чаранамриту. So he would give charanamrita to people. He would sit there every day and give them charanamrita. И он сидел там целый день и разливал чаранамриту. And some he will wash the hand and he will dry the hand.
Он также омывал руки и вытирал руки. He would do it with great devotion. Он делал это с великой преданностью. And he did that up until he left the body. И занимался этим служением до того момента, как оставил тело. Very nice devotee. Очень хороший преданный. So this is retired life, anaprastha. Вот это анапрастха. You don't go to the forest, you go to the Krishna conscious centers. Вы не идете в лес, вы идете в центр сознания Кришны. Of course, you can live at home if you have your home. You can stay at home and go to the center every day. Конечно, если у вас есть где жить, если у вас есть дом, вы можете оставаться там и ходить каждый день в храм. So we want to see more people being vanaprasthas and doing full-time service like that. Мы хотим, чтобы было больше таких ванапраст, которые заняты целый день служений. Все свое время посвящают служению. Еще есть вопросы при этом? There is a question in the chat. Maybe ask. Yes? Маджи Раджарани, will you... вы озвучите вопрос? Можно озвучить, да? Да-да-да. Очень плохо, но мы поняли, что мы вопрос про Парикшита, который был очень удачливый, потому что он знал, когда оставить тело. Ага. Вы прочитаете тогда его? Нет, ну вы скажите, я просто прочту. Ага, когда он оставит тело, он стал проститься и слушать кинопазу, там еще говорил Рыбак. Какой вид питания выбрать нам? Как нам проститься измерно? Ведь мы тоже каждый день можем умереть. Покажите вопрос. Скажите мне. Узнай, я написала. Хари Кришна, так вопрос. Читала про Парикшита, что он был удачливым, так как знал, когда он оставит тело. Он стал поститься и служащим от Бхагаватам от Шукадева. Какой вид питания выбирать нам? Как нам поститься ежедневно? Ведь мы тоже каждый день можем умереть. Спасибо, Ваше Сугава Раджаранди. Сейчас я на твой зубчик. Хари Кришна, Гуру Махарадж. Мне нужно... Я же отвечаю. Хари Кришна, Гуру Махарадж. And devotees, please accept my humble obeisances, all glories to Srila Prabhupada. I read about Parikshit, that he was very lucky, because he knew when he was going to leave the body. And he fasted and was hearing Srimad Bhagavatam from Shukadeva. So what kind of food should we choose? How should we fast every day? Because we know that we may leave the body anytime. Thank you very much, your servant, Prajarani Devidasi. Well, we should eat prasada. Мы должны есть прасад. Whatever you eat, make sure it's prasada. Что бы вы ни ели, вы должны убедиться, что это прасад. Offered to Krishna. Предложенный Кришне. And it should be cooked by devotees also. Также он должен быть приготовлен преданными. So that whether you eat, whatever you eat, whether you eat the ecology food, or you eat grains, or you just take liquid, that's up to you. Что, вы есть, можете, что вы, ваше питание зависит от вас. Вы можете есть калечную еду, жидкость какую-то принимать, или зерно. If you want to fast, then you won't live very long. Если вы будете поститься, вы долго не протянете. How long can you fast for? Как долго вы сможете поститься? So we don't recommend you fast, but we recommend you eat prasadam. Мы не рекомендуем поститься вам. Мы рекомендуем есть прасад. Mm-hmm.
Больше нет рук, ни вопросов, ничего? Рук нет, ничего. Вопросов нет, преданные? There are no questions. Srila Prabhupada was eating prasadam. He was enjoying prasadam. When Prabhupada went to America and he was teaching the devotees, he was cooking everything and they were eating and Prabhupada was eating and Prabhupada was enjoying prasadam. Srila Prabhupada ел prasad. Он обучал своих учеников, чтобы готовить prasad. Он также вкушал и наслаждался им. And Prabhupada ate everything. He ate all rice, dal, chapati, sabji, everything. Prabhupada ел все. Рис, дал, сабджи, чапати. He ate sweets. Сладости. He taught the devotees how to make so many sweets. Он научил преданных, как готовить сладости. Prabhupada had his favorite dishes. He liked kachoris. Prabhupada было любимое блюдо, качори. So he taught us how to make all of these things. И он научил нас, как готовить все эти вещи. But don't eat too much. Но слишком много не ешьте. Prabhupada taught us, he said, in old age you should eat less. Прабхупада учил нас, что в преклонном возрасте нужно кушать меньше. So young men, they can eat more. Молодые люди могут есть много. And old men should eat less. Но старики должны есть меньше. And the less they eat, the better. Чем меньше, тем лучше. But you don't need to fast. Но поститься не обязательно. Because if you fast, you'll be very weak and you won't be able to do service. Потому что если вы будете поститься, у вас не будет сил для служения. So it's important that you do service. Очень важно служить. Чтобы помогли служить. Okay. Hare Krishna. Any other questions? Есть еще вопросы? Are you all fasting? Вы все поститесь? Right? We're fasting, right? From meat, fish and eggs. Да, мы постимся. У нас пост на мясо, рыбу и яйца. No onion, no garlic. Ни чеснока, ни лука. No non-veg. Ничего не вегетарианского. And no milk this month. И никакого молока в этом месяце. This is the third month of Chaturmasya. Сейчас идет третий месяц Чатурмаси. We're supposed to fast from milk this month. Пост на молоко. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai. Бхактивинода Шрасимараджа. Спасибо.